Всем привет! Сегодня я снова готова поделиться актуальной информацией о погоде на ближайшие дни. Готовьтесь услышать о температурных колебаниях, осадках и солнечных лучах. В субботу днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Днем столбик термометра покажет плюс 22 градуса, а ночью плюс 13. В воскресенье днем ожидается ясная погода. Днем столбик термометра покажет плюс 19 градусов, а ночью плюс 13. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.